Приветствую всех, други моя. Пришла ко мне сегодня посылочка из Гонконга. Вот это вот. Буду проводить ее очередное вскрытие. Свое очередное вскрытие. Посылочки. Так, как всегда отклеиваю клей китайский. В посылке должно быть какое-то переходное кольцо. Заклеили очень сильно. Что же у них за клей такой? Никак не отклеишь. По-моему, самый прочный клей из всех, которые ко мне приходили по ссылке. Потом придется руки от клея отмывать. Все, наконец-то вскрыл. Так, достаю, что там в этой посылке. Какое-то переходное кольцо. О! Я это переходное кольцо ждал давно. Насколько оно миллиметров? 72 на 58. Вот, видно вам? 72 на 58. Видно хорошо? Вот. Это как раз переходное кольцо для моего объектива Vivitar. Для моего объектива Vivitar с фокусными 28-200 мм с переменным фокусным. Вот это как раз для него колечко. Так, продавцу огромный респект. Всем, кто смотрел это видео, до новых встреч, до свидания.